Живу с мужем много лет, у него алкогольная зависимость. Тяжело смотреть, когда умный человек пропадает. Подскажите, помогите эзотерически. Помочь эзотерически вам можно. Каким образом? Смотрите, энергия алкогольной зависимости, игровой зависимости или любой зависимости обычно эзотерически находится возле человека. Как она проявляется? Она проявляется в виде огненной сущности. То есть если просматривать энергетический кокон человека, то вокруг него на расстоянии его роста от него появляется сияющая огненная фигура. Она похожа просто на колячки-малячки, такие затушеванные. Эта сущность, она, если большого размера, то просто как, знаете, на что похоже? Наверное, на медузку такую. Обычно даже не одна, там 2-3 или даже 4 медузки. В случае, если постучать или создать очень громкий звук, там металлический звук, то есть музыка в стиле там металлика, или там, я не знаю, эти группы, которые металл играют, в стиле металл, правильно я говорю, там Сепультура, Сидиси и так далее, то такие звуки, они пугают этих духов, и они залазят в грудь. Появляется в этот момент у человека желание выпить. Или расплавленный металл, если человек видит, то эти духи тоже залазят ему в грудь. В случае, если видит огонь, то эти духи залазят ему в грудь. Именно поэтому ювелиры, там литьевары, я не знаю, там металловары, люди, которые работают с огнем, там кузнецы, люди, которые создают громкие звуки, барабанщики, артисты, где есть очень громкие звуки. Эти люди склонны к тому, чтобы выпивать алкоголь, потому что эти духи находятся рядом, они влазят к человеку в грудь, и после чего в груди они воруют душевную любовь или душевное тепло, заставляя человека становиться эгоистом, то есть теряют энергию люди в этот момент. После того, когда человек, допустим, на следующий день проснулся, эти духи вновь находятся вокруг него, а они ели человеческую душу, и вот эти испражнения, которые были человеческой душой, они видны энергетически на человеке, как большие куски соплей или вот такой белой массы. По-настоящему видящие люди умудряются это все видеть. Я могу тоже это просматривать. Какой самый простой метод эзотеричный, который может помочь человеку избавиться от алкогольной зависимости? Самый простой эзотерический метод — это представлять человека, как будто он находится в воде. Обвести человека, запечатать со всех сторон и наполнить его водой так, чтобы все было у него в середине заполнено водой. После этого представить, будто этот человек в середине наполнен тоже темно-синей водой, после чего с движением рук сверху вниз представить, будто он стал неоново сияющим или светло-белого сияния. И это делать на протяжении дня, вот такой образ над этим человеком представлять до 10 или до 20 раз. Как вспомнили, так и сделали. Обвели, заполнили, представили, будто в середине вода, и сделали его неоново-белым. Но не делайте это чаще одного-двух месяцев. Обычно за там 3-4 недели человек бросает, за 2 недели бросает. В случае, если человека дальше выполнять с ним такую практику, то у него появляется ощущение депрессии. Почему? Вот такие неоновые цвета, которые возникают в человеческом сердце, могут заглушить желание любить и могут привести человека к тому, что у него появятся депрессии и тревожность. Ну вот где-то так. Существует огромное количество методов. Этот метод, о котором я сегодня рассказал, я ранее не давал. Пожалуйста, можете пользоваться. Это в честь моей мамы и в честь моей любимой тещи. Это для всех мой индивидуальный авторский метод, разработанный за долгие годы. Могу сказать, что работает он великолепно, и я его вам персонально вручаю, как элемент моей благодарности тем женщинам, с которыми я живу.